Так, урмат достор, өмүрүмдө биринчи жолу студияга келип ыр жаздырып атам. Эми чындыгында иш менен келген бериңиз досум. Жакында бир тойго бир фишка кылганбыз, даярдап тойдун ээлери чоң апасына ыр деп беришет да. Ошону жаздырганбыз. Анан ошонун эсеби менен шылтоосу менен биротоло мой друг деген чыгарманы ырдап көрөйүн дедим. Эми кандай болот билесиңер. Укпай деле койсоңор болот, бирок эми айла жок. Передачаны көрүп атасыңар, угасыңар. Ошол ийгилик мага, чоң рахмат. Анан тойлорго канчадан чыгып атканымды айтып турам. Жаратышыбызга көз тийбиз. Калач. Мындай бир гана бизде бар. Кандай болду? Жакшы экенсиң. Жакшы агайбыз, эми эр көрбөдүбү? Ырдап жанан. Сага чыгармачылык ийгилик да. Примерно чыкпасак келет турасың. Примерно ушундай үн менен ырдаган ырчылар канчадан чыгып атат азыр? Примерно мындай ыр ушундай үн ырдаган $500 чыгарса болот. Ырнабы? Бир ырга, э. Бир тойго. Все, анда сенин тоюңан баштайбы буюрса. Макул. Предоплата. Макул анда. Так, урматтуу достор, боулинг өмүрүмдө биринчи жолу келдим, буга чейин бала кезде үйдө кегиле ойночук. Мастер класс менден оңой болуп калган. Урана, урана. Экөө алып калды эки жетинде. Браво! Браво! Бира Платова, Один Раилов. А это фан-клуб от творческого объединения «Миракл».
Какова страничка в Инстаграме? У нас? Да, фан-клуб Миракл, Миракла, да? Фан, нижний пробел, Миракла, нижний пробел, зажигай. И я уже заметил, будет очень много-много танцев. Поэтому, дабы начать наше сегодняшнее мероприятие, позвольте слово предоставить самым старшим почетным гостям нашего вечера. Эрнис жақында ұлды олды, бешік болбек болсын. Рахмет. Олымның аты? Али. Али, е? Али деп қойдым. Мухаммед Алиев? Жоқ, Тынчыбеков Али. Чоматасының аты. Че, бәлкім, толық аты дот бөйім бі? Али, үшілі тамға. Жақшы. Мека, Мербек Атабековты, күйеуіңізді Чиндіректен туған күрімен құттықтайым бүгін 11 август. Рахмет. Мербек мырза бүгін 30 жасқа толды. Бұл юбилей. Мербек, мен ғуып жетті. Құттықтайым, Мека. Тілек ағаршы кеше туған күнге барбай қалдық. Туған күнге барбай қалдық, тілек ағаршы. Қандай болды туған күн? Жақсы өтті. Самое, наверное, интересное было, что Нурбек выкинули в бассейн. Выкинули в бассейн? Да, это идея была. Сен сүйін отасын? Улана Барбиева. Ули, что-то айтат қос сені. Идея сендері бассейн керілді. Ирба мен не, проблема на рару. Өші сұңыры. Ирба, таластық там. Чаппай. Сонында қорқан жоқпыз. Улан предложил, он написал, возьми, говорит, смену одежды, говорит, что мы будем в бассейне накидать. Ага, вот, Мирба в курсе был? Нет, в общем, была такая ситуация. Ага, Уланда, алып айтпайым бір, 12-11 жарғансында клиптермен. Клиптермен? Клиптермен чығып, ұрлармен чі өзің. Өзің ұрлап шықпадың бұл? Қайсы жылы? 10-11 е? Есімен шығып кетті. Алып айтпайым. 10-11 е? Жайында Комус ТВ деген телеканалды қойсам. Есінде? Қалып айтпасам мен есінде бар. Ал кезде, жаш кезде, жаш кезсің, жаш кезде да. Жүрек жаш, өзімді жашсың. Адашып арзуның арасында сүйік өлің барлап үзі. Азы чомайдық бөлсе. Қызығы ай-ай күшті болшы да. Жақсы, геверлер жаш кезде ұрдаса, геверлер чоғығындырды кет. Айтпайлы ғойын ұқыз. А я позвонила Мару, сказала, когда нужно сделать сюрприз, говорю, нужно вытащить, потому что не хочет отмечать день рождения. Вот, и Омар придумал такую историю, что он якобы хочет познакомиться со своим будущим в Хайнага. Что этот Хайнага против отношений девушки, якобы девушки с Омаром. И еще он, короче, такой, типа, спортикообразный. Ну как он такой, типа, спортсмен. Еще он является фанатом Мирбека. Спортсмен Мосу или Мирбек Чихрау? Ну, типа, он, оказывается, фанат Мирбека. А, фанат. Да. И, в общем, он позвонил Мирбеку, говорит, короче, помоги, давай на встречу сходим. Мирбек такой, ну ладно, короче, решил поддержать друга, согласился. Спортсмен не гончим, да, и типа он такой крутой, и он, типа, в мартини, в террасе сидит 12 ночи. И они приехали, мы надули шарики, ждали, они только зашли, и мы такие, с днём рождения. И пацаны просто резко вытащили, забрали его телефон, ключи и выкинули его в этот. Мирба не подумал, что это его кайнага, короче, разозлился там. По ошибке Омар дырғы там, Мирба закинул там. Нужно все выбери, но было очень интересно. Вот, а так классно, да. Если Мирбек откроет YouTube, зайдет на твой канал и увидит эту передачу, я вам говорю, горячий поцелуй. Все. Прыгай!
Пойдем. Взяли одежду у меня. Давно хотел покупаться. Достар, биринчи жолу өзүмдүн биринчи жолу ыр жаздырып көрөтөм Эрнис Жошев достуктукунда. Кандай болот билбейм. Эми кандай болорун силер сезип атасыңар. Бирок ошентсе дагы аракет кылып көрөлү. Бардык чыныгы досторума арналат. Мой друг Игорь Крутой жана Игорь Николаев сөздөрүн жазган, ал менен музыка мага таандык. Кеттик анда. Ровно 12 ночи. Провожаем невесту в азербайджанской семье. Самат Дөрөтбаков, Умар Жанышев, Мека, Чопа, Неля. Аина, кандай? Не жаңылык? Не жаңылык? Очень радуюсь праздникам. Несмотря на кризис. Не жаңылык? Самат Мырза, жардам берип коңузду, үйгүлөдөм не жаңылык болду? Үйгөдө көргөндө жаңы көйнөк алган. Ооба. Ошону айта албай жатпаймынбы? Мы дизайнера. Поддерживаем российский рынок. Да? Дизайнер на таким? Честно, не знаю. Бернеся Ирина, Бернеся. Я вам говорю, да? Жакпай калса. Кимге жакпай калса, ал ошонун проблемасы. Сколько в жизни встречал людей, сколько в сердце пускал гостей, сколько раз ошибался в них, все не впрок. Но зато все случилось так, что я выдержал груз атак и моих дорогих друзей дал мне Бог. Мой друг, ты уж меня прости за все, что мне пришлось пройти. Мой друг, на повороте дней вижу я все яснее, то настоящий друг. Друг не тот, кто застолье крут, и когда за здоровье пьют, друг не станет тебе кричать: пей до дна. Друг почувствует, что тебе стало холодно на земле, и согреет тебя теплом без вина. Мой друг, ты уж меня прости за все, что нам пришлось пройти. Мой друг, на повороте дней вижу я все ясней, кто
настоящий друг мой друг. Ты уж меня прости за все, что нам пришлось пройти. Мой друг, на повороте дней вижу я все ясней. Кто настоящий друг, мой друг, на повороте дней вижу я все ясней. Настоящий друг. Спасибо огромное. Всем друзьям посвящается. Берегите друзей. Достор, сіздерге арналат. Чоң рахмат. Қандай болды? Мош. Лашы ме? Чоқ. Эрис, қандай болды? Я. Яхшы ле, жакты? Президенттен дал засыдап кеттим. Достор, Эрнис Жошев досума чоң ыраазычылык билдирем. Телефон чалышы эле көптөн бери чалышы элек болчу качы айтканда. Акыркы жолу жаңырыңыздар деген бир проекттин саундтрегин жазып берген, андан кийин жазсам албайт, жазсам жооп бербейт. Көчүп да кеттир. Таптым. Чоң ыраазычылык билдирем, буюрса, ошол Шылтоо менен келген жакты жак көргөйлү десем макул болду. Билбейм эми жактуу жакка жок дейсиңби? Мындай эми эле любитесьқайықсыма толқындардан жалғыз қалған өткім келбей. Жомоктой өтүп өмүр кайрылбай, жоготкон күнүн кайра табылбай, кайра табылбайт. Байлыгын бербейт барын турмушта, бакытың бийик учкан куштура, учкан куштура.